Сегодня готовим сваи. Вот сколько уже ошкурили, вот сколько успели маленько заострить. Вот там. Ну и не заработали пила. Володя ушел показать, сколько сегодня вот работают у нас. Пришли люди. Никита. Так, я сейчас пойду туда, чтобы не от солнца. Вот и колодца Надежда Васильевна со Степой. Деревню мобилизовали. Это Люба. Посмотри на нас, Любе. Вот так. Видите, как там Иосиф. Так, Володя, посмотри-ка сюда. Володя, поверни. О! Владимир Александрович Устинов. Подожди, бороду подправлю. Это вот... Кепочку. Это сегодня у нас четверг. Это Исааки. Ну-ка, Исааки, глянь-ка на нас. К сожалению. Видите как? Вот только краешком задел этот край деревни-то. И вот уже сейчас сколько раз надо? Раз, два, три, еще пять, шесть, семь, восемь, девять человек. Девять. Володя десятый убежал с пилой к Роману. Пила-то Романова. А тут рыжая идет. Вот. Это деревня. Видите, как красиво. Курочки, адлеровские, другие. Вот они идут. Это Володина усадьба. Это вот все. Ну, 150, допустим, свай. Здесь мы выбрали все. Это глина, колодец. Чистили. Так все осталось. Вот с этой стороны показать хочу. Вот смотри. Краешком. Летом, когда были дети, можно было. Уже около 500 свай. Спасаем изъеденную бобрами плотину. Они... Изгрызли ее. Волна бьет. И уже кое-где сантиметров на 30 больше ушло. Иногда еще больше. А, ну и обваливается все. Теперь мы забиваем и саманим. Саманим. И все это утолкем. Видите, как все дружно работают. Верующие. Божественное слышим. Где? А то кто там идет? А? Загуляем. Это не Алексей? Алексей с Наташей, да? Загуляев прошел там. Куда-то с лопатой пошли. Вот так у нас дело делается. И все это бесплатно. Бесплатно. Просто работаем мы. У нас тут уже и рыба появилась. Воду можем еще поднять сантиметров на 30-40. Мы посмотрели и работаем. 6 прудов теперь у нас. Рыжковский раз. Второй мостик два. Здесь лагерный и храмовый 4. Костровый 5. Южный 6. 6 прудов. Не считая в деревне еще тут вода собрана, выкопана. Вот видите как. Володя еще нету тут. Все. Ну еще, что ты, Валь, это решила уйти-то, почему решила? А? Еще решила уйти-то, почему? А, так обед готовить. Ну все. И рука у меня больная, а то завтра не все, смогу. Мы благодарны Богу. Вот спаси Христос. Перекреститься не смогу. Спаси Христос. Все. Видишь, у нас помаленьку прибавляется. Завтра милости просим. Да. Послезавтра. Да.